А перед началом ролика хотел бы представить вам такого человека, как Евгений Атьех. Небольшой минус этой цепочки. Узким местом бутылочным горлышком является данный механизм. Он так же, как и мы, покоряем мир ГТНХ. А вы знаете, насколько этот мир суров. Давайте поддержим его подпиской, комментариями и лайками. Я по себе понимаю, как это трудно играть и снимать грех тех без зрителей. Ссылка на его канал в описании. Приятного просмотра. Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами Милтен, и добро пожаловать на новенькую серию по новым горизонтам Грег Теха. И вот она наша структура, которую я уже подключил ко второму, ну, к следующей МЕ, то есть вот отдельную МЕ для этого создал, подключил все каналы, не знаю, зачем так много, но пусть будет. Ну, сейчас я понимаю, что уже столько каналов-то и не надо. Что у меня тут получается? Ну, для начала я поставил здесь отдельно тенки, куда вся жидкость у меня, например, складируется. Это в первую очередь. А сейчас я уже потихоньку переношу эти танки на их места. То есть здесь у меня они временно стоят, чтобы хоть что-то было. Ну и потом буду уже миксовать. 4 основные уже перенес. От них ко мне сюда приходит сигнал. Вот сюда ко мне в экспорт шину. И когда сигнал приходит, заливается сюда нефть. Заливается нефть, он включается и перерабатывает. Когда сигнала нет, разумеется, нефть перестает переходить, и он отключается. Сейчас я просто его тупо выключу, чтобы не мешался, и все. Что у нас здесь получается? То есть я... Дай вылезу. То есть везде так подвел, все работает. С другой стороны, поставил здесь уже переработку данных жидкостей. То есть ко мне вот сюда приходит сульфурик heavy fuel, light fuel. Ну вот эти все 4 жидкости из 5. Пятое это потом. Там ее перерабатывать не нужно, как эти все 4. Что получается? Выход, разумеется, какой-то. Ну, то есть я изначально сюда закидываю. Что, через водород, что ли, пошел? Да. Фу ты, да. Все через водород сюда приходит ко мне. Когда он есть, сейчас я все до нуля. Это все дело у меня упало. В итоге отсюда выкачивается и сразу во все 4 химреактора закидывается. Здесь попутно output hatch тоже соединил все 4 штуки. И вот сюда закачивается уже гидроген сульфид. Кстати, может быть, просто вот его перерабатывать обратно в водород или нет? Сульфурик. Ну, в общем, надо будет что-то будет думать, как, как его перерабатывать. Вот, и после этого следующая стадия начинается. Нам нужно будет вот эти все жидкости закидывать в oil cracker с паром. Да, пар, третья микросхемка. Через водород не пойду, потому что у меня и так водорода нету. Лучше через пар. Через пар у нас получается много жидкости. А там всего лишь 4. Ну, блин, в общем, хочу через пар пойти. Па-па-па-па-па. А, ну и больше получается даже. Прикольно. Вот. И хочу это все дело поставить вот с этой стороны, но не на обычных ойл-крекерах, а, разумеется, на мега-ойл-крекеры. Для этого я уже скрафтил побочные компоненты, но сам ойл-крекер еще даже не ставил на крафт. Вот он. Оп. Запишем еще разочек. 17-я микросхемка. И жидкость даже не пострелана, какая там. В общем, сюда -то тоже закинем. Надеюсь, создастся все довольно-таки быстро. Oil, oil. Mega oil cracker. Что там создается у меня через ключи? Ненавижу. Ладно. Потом. Так. Ну... Потом, разумеется, займусь этим. И буду искать, где у меня там используют ключи и все остальное, и исправлять это все дело. Сейчас мне не до этого. Не хочу на это время тратить. За кадром, когда вот серия заканчивается, там время у меня появляется. А вот здесь на серии не хочется. Ладно, поставили на крафт. Смотрим, как он выглядит. Мультиблок шикарный. Меня прям доставляет удовольствие он. Ух, кайфовый. Большой такой. Пойдем мы с вами через стекло. Знаете, какое?
Нет. Так, это нейтроний. О, через космический нейтроний. То есть тир 8 у нас будет. На квадах алой кабеля, вот они. И космик. Ну, блин. Космический нейтроний. То есть сверху у нас будет приходить, если я не ошибаюсь, то пар, да. Справа-слева, да, справа-слева будет вход и выход. Прикольно. Ну, как в обычных вейлкрекерах. Ничего такого. 196, 92. Поехали, значит. Оп. А хотя, что забирать? У меня это уже все скрафчено, по идее. Мы же просто через shift-клик будем все тыкать, и все готово будет. Так, это пока дождемся. Что нам еще потребуется? Energy Hatch сразу возьму. Наверное, на 8 миллионов. Ну, потому что там снизу под ним будет проходить провод на 8 миллионов, поэтому им сразу и воспользуемся. Так, энергия есть, провода. Драконик. Тоже. МЕ. Ну, чуть-чуть кабеля есть, конечно, будет маловато. Нам нужно будет экспортировать пар. Так, и с другой сети нам нужно будет подводить жидкость. Блин, Крекер, он же большой. И там только... Блин, я надеюсь очень сильно, что там можно будет поставить вместо одного input хэча, одного output хэча. Сразу, например, 9. Будет круто. Будет удобно. А то если будет только одно использоваться, то это такое себе, если честно. Тогда придется их много ставить. Ну да, тогда будет быстрее там перерабатывать. Блин, я не за скоростью. Я хоть за массовость топлю больше. Что у нас? Мега Уэллкрекер. Отлично. Интересно, квест на него был? Ну, ничего не длинненькое, значит, не было. Ох, структура. Даже достижений нету. Прискорбно. Ну и ладно. Ставим его сюда. Так, восьмой тир. Ну, красота, мне нравится. А, кстати, да, пока есть время. Только один на вход. И один на выход, да? Ужас. А что сзади? Однерочка, то есть все по стандарту. А, ну тогда мы просто поставим четверной на... А, нет, на input не... Блин, ну, короче, фигня получится. Ладно. Строим. Мультиблок комплит. Но он сам воткнул четверную, зараза. Output хэча-то нету четверного. Поэтому смысл от четверного, блин. Все равно не сможет выплевывать все четыре жидкости. Точно. Нормальный maintenance хэч нужен. Так, энергия. Прямо вот здесь. Перепроверка. 8 миллионов. 8 миллионов. Идеально. Так, что у меня тут получается? Оттуда у меня идет кабель с той ME-сети. Здесь у меня передается сигнал Redstone. Кстати... А, это... Хотя... Некрасиво мешается. Вот. Так, сколько каналов? Мне очень интересно, занято. 10. Пойдет. Так, нам нужен input hatch. Input hatch. Ну, пока нам доступно 2 миллиона, значит, будем 2 миллиона использовать.
Output hatch. Угу. Мне еще интересно, а лифт космический может ли нам этот водород качать? Если можно, будет вообще прекрасно. Так, ну погнали менять. Значит, здесь обязательно у нас input будет. Ок. Здесь output. Блин, неужели их так мне много придется поставить? Ну, я про крекеры эти. Как минимум, то есть 4 их на каждую жидкость. Это раз. После этого нужно будет еще там на бутадиен, там пропен, там, ну, на все эти жидкости тоже, что ли, отдельно ставить. Опа. Input hash точно. Забыл просто про него. Input hash тоже на 2 миллиона. А возможно, все-таки этого будет более чем достаточно, потому что это все дело будет перерабатываться с такой неимоверной скоростью, что будет ужас. Поэтому можно и не переживать. Ну, посмотрим, что получится. Так. Так. Разумеется, тут все в мегаскорость нужно воткнуть. Указываем пар. Он на меня... Кстати, я поставил производство пара вот здесь. Ну-ка. А, ну все норм. Ну это первая МЕ-сеть у меня находится тут. Ага. Блин, ну тут красиво не провести, поэтому... Бог с ним. Хотя сейчас посмотрим. Все ли норм? Да. Пара сразу до миллиона пришла. Здесь. Кстати, как тут лучше нам поступить? То есть по факту мы вот отправляем Quail Cracker и будем получать с вами вот это. После этого нам нужно будет опять это дело отправлять в дистиллятор и разлагать на элементы. То есть, как нам бы лучше поступить? Либо мы тут считываем и отправляем все в первую, ну, точнее, в ту побочную МЕ-сеть, и он там все это дело раскидывает на элементы. Либо здесь ставить какую-то линию, и пусть здесь все складирует. Блин. Как бы по факту... Нет, надо будет принимать и отправлять все-таки туда. Там все равно в дистиллятор будет все закидываться. А оттуда все элементы можно где-то тут уже складировать. Ну, в общем, надо будет это дело обдумывать. Так. Для начала, конечно же, мы пока что используем всякие разные тенки. Пусть это все для наглядности будет здесь. Все остальное буду уже потом там настраивать. Так. Шины. Нет. Трубы. Для. Так, а теперь вот шина. Угу. Хотя вот так вот воткну пока что. На output hatch. Так, а в input все-таки что пойдет? А, хотя у меня здесь все в этой сети. Но у меня получается, что дистиллируется и находится там в тенках некоторые вещи. Даже вот сейчас, если мы продистиллируем, ну вот давайте для примера вот heavy fuel, да? Хотя он все равно сюда... Да, может прийти. А у меня автовыкл? Ага. Ладно, бог с ним. Так. Просто через шину пока поиграемся. Экспорта.
Так, капсула. Просто вот это все производство очень быстрое. Я боюсь, что он будет одну только жидкость постоянно перерабатывать здесь крекер. Прискорно. Не хочу. Так. Ладно, по низу проведем. Отлично. А, и, разумеется, микросхемка. Мы хотели через строчку идти. Вот вопрос. Тут вставляется. Или... Хотя я попробую. Мне вот чисто тоже интересно. Я, конечно, могу поставить там input bus, микросхемку туда, но так не хочу. Что я делаю? Так. Циркуит его. Циркуитки. Троечка есть. Какая красота. Можно. А в чем загвоздка? Пар очень быстро заканчивается. Надо еще большую скорость сюда. А, я знаю, я по-другому там ставлю сейчас. Так, здесь у нас. Ну, в общем, все вместе быстро заканчивается. Тогда, как вариант, например, с паром поступить как? Взять этот тенк, поставить его сюда. Чтоб пар сюда приходил, и input hatch будет просто в себя забирать пар. В больших масштабах через помпочку постоянно. И вот здесь на приход тоже что-то поставить такое. Тоже один интенк, и то, что будем, грубо говоря, перерабатывать, то сюда будет приходить. Либо все 4 тенка для начала установить здесь, и будет все туда уходить посредством фильтров. То есть сначала этот, потом тот, потом... Или просто все вместе. Что он возьмет, то и будет перерабатываться. А тут будет выход, и туда все уходить. Ну, нормально. Ох, ты ж уже 40 миллионов. И это теперь можно в десятер отправлять. И тут тебе метан, который мне так нужен. Этилен, этан, бутадиен, пропан, пропен, бутен, бензен, толуэн... Лайт, найф, нафта. Ох. Ну, например, вот бутадиен взяли. И куда его? То есть тоже он крекер. Переработка, кстати, получать тебя. Неплохо. А если мы это все дело отправим так? И в дистиллятор. Еще куча метана. Метан — это хорошо. Вот тебе опять пропен. Пропен опять это все будет идти в переработку. Ну, Well Cracker, опять строчкой. Вот тебе еще тонна метана. То есть все в метан можно просто упереться полностью в метан. И вообще не париться. То есть тут на всех конфигурациях... А, тут можно этилен еще получать с другой модификацией, да? Можно все вместе. Но мне больше не хватает метана, вот ей-богу. Все остальное есть. Этилены так будем получать. Так вот. Я посмотрю, поэкспериментирую, посмотрим, что вообще получится по итогу. Это я про скорость переработки. Будет ли один справляться сразу с четырьмя? Либо дистиллятор будет быстрее производить... И химреакторы быстрее перерабатывают, нежели чем он. А, ну и, разумеется, водород я еще хотел глянуть. Давайте-ка туда слетаем. Либо все-таки некоторые элементы на водород разбирать.
Блин, надо будет потом посидеть, посмотреть получше. Так, а вот здесь можем такую же схему сделать. Так. Вот. Гелий. Скажи, что водород есть. Азот. Аммония, кстати. Соленая вода. Это водород. А есть чистый. Дейтерий. Водород есть. Прекрасно. Ладно. А то у меня просто по нулям и быстро съедается. Я, наверное, все-таки сделаю еще одну помпочку. Ну, по соседству сюда поставлю. Такой же танк воткну. Пусть водород не качает. А то у меня он улетает просто махом. Есть. И тут же его уже нету. Ладно. Пойду дальше возиться с химией. Это очень важный процесс. Потом можно будет уже заниматься химреакторами новыми. И получать весь пластик. То пластика тоже у меня тупо нету. Сегодня поставили с вами крекер, запустили. Все работает, все прекрасно. Я чертовски рад. Надеюсь, вам понравилась серия, вы оценили. Следующая серия, разумеется, покажу уже, как тут все автоматизирую. Ну и, грубо говоря, красиво все сделаю, облагорожу. Ну, а мы с вами будем прощаться. До скорой встречи. Всем пока.